Kad ir pavasara sākšanos, vērojam aizvien lielāku rosību. Cilvēki rušinās savos mazdārziņos, labiekārto māju apkārtni, kā arī veids dažādus būvdarbus. Arī šīs nedēļas raidījuma izglītību karjeru izskaņā piedāvājam jums vairākus vērtīgus padomus no būvniecības nozares profesionāļiem, kas piedalījās būvniecības izstādē Māja 2015. Starptautiskajā būvniecības izstādē Māja 2015 piedalījās arī daudzas citu valstu kompānijas, tostarp arī mūsu tuvāko kaimiņu valstu pārstāvji. Lietuvas kompānijas Elektra darba pieredze mērām jau vairāk kā 25 gadu garumā, tādēļ arī piedāvātā sortimenta klase ir daudzpusīgs. Ассортимент у нас очень большой. Знаете, я не думаю, что хватит время рассказать о нем. Можно посмотреть наш сайт, и вы там увидите. Это начиная от грунта, шпаклевки, краски, лаки, декоративные всякие вещи, наружные, внутренние. Ассортимент очень большой. Мы сами создали такой аппарат, который увеличивает, скажем, 3-4 раза производительность труда нанесения шпаклевки на стену. И это подтвердилось у нас в Литве. Я думаю, увидят люди здесь, мастера, те, которые имеют большие объекты, пойдет это и у вас. Uzņēmuma Elektra pārstāvi izstādes dalībniekus un apmeklētājus pārsteidz ar īpaši izstrādātu vielu, kas pasargā virsmas no dažādu veidu ārējās iedarbības faktoriem, piemēram, putekļiem, taukiem un eļļas. Сознанная специальная краска, как мы называем стеклокерамика, это специальные заполнители, которые очень твердые к стиранию. И к ней не прилипают всякие, там, я не говорю даже о жире, о масле, о других вещах. Но вы сами видели, флагмастер смывается без репки, просто водой. И мы этот продукт рекомендуем красить детские комнаты, кухни. Скажем, если надо уходить где-то родителям, даешь руки детям флагмастер, и они спокойно занимаются и радуются. Тоже скоро должно появиться специальная краска, на которой можно покрывать будет столы. Это, я думаю, должно найти свое место. Детские сады, школы даже, ну, офисы, где не нужны будут рисовальные доски. Мы уже практически быстро выпустим новый продукт. Это термоизоляционные материалы, начиная от шпаклевок и кончая красок. И есть еще термодекоративная шпаклевка, которая... Но если, скажем, вам надо декорировать, у вас есть желание декорировать наружные стены, тогда лучше делать это термодекоративными шпаклевками, и они и дают эстетически хороший вид, и плюс будет довольно немаленький температурный эффект. Вот мы как померили, разница между покрытым и непокрытым поверхностям, если декоративная шпаклевка, толщина где-то 5-7 мм, получается больше 30%. А если покрываешь только простыми шпаклевками и красками, разница 20%. Этот продукт, я думаю, что найдет свое место там, где создается это, ну, морозное мосты. Это вокруг окон, вокруг наружных дверей, где ты не можешь нанести толстый слой пенопласта, а этот, там, скажем, 5-7 миллиметров, он может заменять 2, а может даже и 3 сантиметра пенопласта. Мы участвовали на выставках и получили за 2 золотые медали, один за специальную шпаклевку для заделки гипсокартоновых швов. Вторая награда была получена за гидроизоляцию Кадин, которая тоже, я думаю, очень хороший продукт со своими преимуществами. Если будет желание кому-нибудь, кто-нибудь узнать это, пусть смотрит на сайте, пусть обращается к нам и это увидит. Мы будем праздновать своих 25 лет, значит, у нас
некачественной продукции почти не было. Она была всегда качественная. И мы настроены на то, не забрать скорые деньги, но чтобы люди остались довольны, и вдруг, что эта реклама шла из губ в губы. Ar uzņēmumu elektropiedāvāto preču klāstu iespējams iepazīties nevien internetā, bet arī specializētajā veikalā, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 37. Если есть вопросы у людей, чтобы они обращались или здесь представители у Латвии, а если не получают полный хороший ответ, пусть звонят к нам на Литву, пусть смотрят на сайт. Мы, знаете, не раз были, что звонили из Латвии и говорили, что делать у нас не получается, мы всегда советуем. Если будет надо, даже приедет наш менеджер, который поможет решать проблемы, и всем будет, думаю, от этого хорошо.